сегодня я точно так же расскажу о методике. Выбрала узкую тему сейчас. Текстографические электронные образовательные ресурсы, самые простые. Почему? Григорий Сергеевич попросил так тему построить, чтобы было интересно тем, у кого нет электронной доски. То есть с электронной доской понятно, все. А вот есть же, у кого нет доски, прекрасно. Вот я уже 8 лет назад никакой доски не имела, и поэтому, а все использовала. И когда уже пришла в школу, соответственно, ну, электронные материалы у меня будут, во второй части я потом, вы можете их взять, тоже они у меня будут представлены. Вот. И когда я пришла в школу, соответственно, где была доска, значит, естественно, я что-то перевела, много чего, именно в такой формат, но что-то у меня осталось, соответственно, и в формате распечатанном. И вот как раз именно текстографические ИОРы, да, они позволяют работать всем. Вот я как раз тогда акцент на этом поставлю и буду говорить о том, насколько сегодня на уроках и при подготовке к экзаменам очень важна, еще более сужаюсь, работа с текстом. То есть вот я сузила, мы уже сужаемся, потому что уже так много было сказано, что хочется немножко уже детализироваться, да? Вот. И, конечно же, вот Григорий Сергеевич сказал, без, значит, электронно-образовательных ресурсов отсор является частью ИОРов, да? Сегодня не обойтись, но есть еще школы, где можно прекрасно работать и без, соответственно, электронной доски, вот. Или, например, она доска есть, а кто-то ее в полной мере не использует. Получается, как бы, да, у одних вот так, а у других по-другому. Значит, я напомню, что вот у нас их 4, ну, можно разную классификацию взять. Я взяла вот самую простую, виды ИОРов, да, и вот остановлюсь на текстографических, которых можно перевести в распечатанный вид. Это сам текст, соответственно, я буду сегодня про текст, вы знаете, это иллюстрации, все это схемы, графики и все, что можно перевести. Что-то не с открытым ртом. Соответственно, в распечатанный вид. Гипертекстовые ресурсы очень хороши, но уже с доской. И ребенок работает, когда дома, значит, или работает у кого-то, если это есть такие возможности, но я думаю, что ни у кого нет, чтобы еще и компьютер у него находился на уроке, там есть везде ссылочки, да, то есть на которую нажал, и все, что угодно дальше, очень-очень быстро, да. Вот. Визуально-звуковые, мы сейчас уже говорили об этом, мультимедийные, все в комплексе. Вот, поэтому остановимся сегодня вот на работе с текстом, чтобы можно было интересно было всем, а не у кого. Есть только доска. Значит, соответственно, здесь я, так как у нас тема методические аспекты, да, останавливаюсь на методических аспектах, ну и потом демонстрирую сами эти электронные образовательные ресурсы, которые можно прекрасно и распечатывать. Да? Вот. Значит, я сразу хочу сказать, что, ну, вот я считаю, на мой взгляд, что работа с текстом – это основное умение, которое сегодня требуется ученику. Потому, и это не просто так, а вот из опыта работы. Если ребенок, даже не обладая большими знаниями там, по истории, по обществознанию, но умеет работать с текстом, это уже ребенок, с которым можно работать, согласны, да? Который, у него есть смысловое чтение, вот с этого все начинается. Но чтобы этого добиться у всех детей, с текстом нужно работать. И здесь мне вот очень нравится, как бы это, на мой взгляд, значит, и рассмотрение, тоже буду фрагменты показывать, рассмотрение именно работы с текстом, когда работаем с новым материалом, сейчас до этого дойду, особенно воспоминания. Вот, потому что тогда история оживляется абсолютно. Вот. Это практикумы понятно, и уроки контроля тоже ясны, да? Но подача нового материала вот именно на основе источника, и это можно использовать, распечатывая, да, если нет доски. И часть работает с доской, я сейчас посмотрю, хорошо, а часть нужно все-таки иметь даже при электронной доске в распечатанном виде. Это огромные, как бы, папки, все это очень хорошо. И в чем актуальность? Вот я всегда
ну, как бы так, стараюсь работать, что это было для чего-то, потому что мне неинтересно работать, если нет практического выхлопа какого-то, да, вот, но самый главный практический выхлоп – это когда детям интересно, и они заинтересовываются нашей историей, вот, в общем, это самое главное. Но второй момент, что мы им даем возможность с нашей историей, так как мы на истории сейчас остановимся, да, поступить, получить про любимую профессию, это второй практический выход. И вот это все, электронные образовательные ресурсы и все другое, значит, все технологии и методы и формы, они у нас направлены только на эти две части как раз. Ну, я не говорю про метапредметность, там уже ясно. То есть вот если мы все на всех уроках будем огромное значение уделять работе с текстом на всех уроках, тогда не будет никаких проблем у девятиклассников, которые не умеют составлять планы, условно говоря, да, вот уже возвращаясь к обществознанию, или вообще в одиннадцатиклассников, которые не могут в тексте не атрибуцию провести, а просто найти смысловые моменты. Вот, то есть откуда это? Вот это необходимо. Значит, если перевести всю работу с текстом в ЕГЭ, в 100-бальную систему, это у нас, соответственно, с вами 3-4 балла. Если, ну, я продемонстрирую на следующем слайде. Если это ОГЭ, новая вот ОГЭ, демоверсия, это, соответственно, 12 баллов из 34. То есть это очень актуально, да? Вот если посмотреть на сегодняшнюю работу ЕГЭ, то, ребята, посмотрите, вот в чем актуальность работы с текстом, да? Шестое задание – 47% среднее выполнение по стране, десятое – 57%, двенадцатое – чуть больше 60%, значит, но здесь я сразу скажу, что есть почему, чуть позже получше выполняют. Вот, 20-е атрибуция текста, видите, сразу провалились, вот, и вот оно 21-е, соответственно, 72%, то есть это говорит о том, что все-таки у нас хорошая работа уже началась с текстом, и ребята это все находят. И 22-е, соответственно, там выходит за рамки текста, поэтому здесь уже можно, так сказать, с текстом, но не окончательно с ним. Вот. И вот эти компетенции, которые дает работа с текстом, его структурирование, там, свертывание, разные формы, поиск, все остальное, это делает настолько методически этот объект интересным, что, значит, как это все преподать. Вот я использую в основном, соответственно, 4 вида, но не только, да, но самые основные 4 вида, соответственно, текста. Это исторические источники, без которых нельзя. Значит, для этого я потом прикрепила, покажу хрестоматии, соответственно, которые в электронном, естественно, виде, так как мы работаем с электронными ресурсами. Вот. Стихотворение, воспоминания у нас есть, ну, стихотворение у каждого наверняка историка есть свои любимые поэты, которые их используют. Мой любимый, конечно, значит, это Пушкин, потому что я его считаю историком. И каждый раз на определенные темы до того момента, когда он жил, да, и то, что сегодня продемонстрирую это великолепно, это такой источник, замечательно, дети запоминают, очень пригождается. Воспоминания вообще великолепно, знаете, вот потрясает иногда там, например, межцарствие, да, и пишет Николай I воспоминания, дети очень хорошо тоже это читают, значит, когда приходит письмо от Константина из Польши, и вот мама, значит, там закрывается, читает это письмо, и потом Николай, вот в своих впечатлениях, что он-то не ожидал, да, и вот этот период межцарствия через это воспоминание, он вообще западает в душу, конечно. Историки, ну, это вообще когда разные точки зрения. Ну, вот предположим, да, вот условно из разных своих уроков несколько примеров. Вот, пожалуйста, если мы говорим о повести временных лет, если есть доска, ее можно вывести на доску, да? Если нет доски, можно прям
фрагментами, вот я раньше как делала, когда у меня доски не было, у меня весь урок был на листе с одной или с двух сторон, да, то есть там всякие цитатки, всякие вещи, связанные, соответственно, с этим уроком, в том числе использование вот этих четырех видов текста, от фрагмента стихотворения, от фрагмента источника, воспоминания и историка, вот, и, соответственно, вот по такому блоку раздаешь очень на годы все это использование, как-то у нас проектор, значит, полетел и меняли лампу, и два дня я вытащила все это свое, старенькое, вот, и оно показалось очень даже актуально, поэтому ничего страшного, если доски и нет, вот, и здесь мы, конечно, сразу четко, без источника невозможно, да, начинается фрагмент, связанный с тремя направлениями, нормандской, нетормандской, смешанная теория, да, и происхождение самого термина, все великолепно с этим работаем, да, вот, вот, например, соответственно, тема, связанная с Иваном Грозным, не знаю, кто-нибудь использовал, нет, Пушкина по Грозному, мне всегда нравится, когда перед опричниной, соответственно, мы это анализировали, но и много, все, а дальше уж там пошел Годунов, да, прогневали мы Бога, согрешили, царем цареубийцу нарекли и так далее. Это все можно либо на доске демонстрировать, либо писать эпиграфом, да, используя, вот, либо, ну, используя других поэтов и так далее, вот. Что касается воспоминаний, да, значит, если на уже контроль знаний, вот, ну, вы наверняка увидели, да, что это фрагмент, связанный с Берией, да, с Берией, и как, вот после, в какой форме это подать, вот знаете, здесь даже и на базовый уровень хорошо идет, я хочу сказать, не только для ЕГЭшников. То есть вот базовый уровень тоже замечательный, вот эти задания, да, не говорят, что это задание там ЕГЭ, да, вот они так великолепно работают с текстом, вот, но текстовые вот эти уже контроль, это индивидуально распечатанные. То есть это с доской сложновато работать, поэтому я считаю, что это нужно обязательно печатать. Вот, ну, предположим, тех же историков, вот они чем хороши, когда они все вместе, да, комплексно выведены, да, и там дети расставляют, где оценка положительная, где оценка отрицательная, да, вот, тоже это можно работать и с доской, и с распечатанным материалом, да, где-то больше процитировать прям конкретно и так далее, то есть тоже это можно. Отсюда рождаются у нас следующие формы и методы. Значит, ну, в любой последовательности, да, вот когда мы говорим о смысловом работе с текстом, да, вот обязательно умение, значит, аналитически и критически этот текст оценить, к какому он жанру относится, провести его атрибуцию, как, вот как в мозаике, почему мы об этом говорим, нужно выявить несколько в тексте, соответственно, слов, которые сложив, как маркер мы их называем, сложив, получается атрибуция текста. То есть ребенка к этому нужно учить. Это сначала на доске, предположим, если это есть электронная доска, да, если электронной доски нет, можно какой-то текст, значит, на доске изобразить, раньше ничего, писали со всех сторон, и нормально, все были, как говорится, живые, да, в этом. Вот, найти и выделить маркером имена, названия, да, значит, соответственно, которые, если все вместе сложить, получится атрибуция текста. То есть, если вот этого научить и постоянно это использовать, то идет огромная такая работа, не зря абсолютно, да, и по поводу самого аналитического чтения, то есть выделения главного, мысли, а автор вообще поддерживает, да, вот, или наоборот, критически высказывается к данному событию, к данному историческому деятелю, вот. Затем наши давно используемые хронологические обобщающие таблицы, они до сих пор все актуальны абсолютно, вот, имеют большое значение, потому что тогда ребенок действительно вот это аналитическое умение проявляет. Вот. Можно это использовать, опять же, если это есть доска, да, то с доской, если нет, то распечатывать. Также очень хороши, ну вот, я думаю, что даже и на маленьких, составление логических схем,
из данного текста, да, потому что тогда уже в дальнейшем никаких проблем не будет, чтобы этот текст проанализировать. Вот. И нужно сказать, что различные графики и статистика из текста, или наоборот, из текста, который в графике, да, приложить, вот я, например, вам такой пример привожу, 10 класс, да, база. Значит, учебник Волобуева, вот, на базовом уровне великолепно. И вот, соответственно, тема, значит, решающие битвы, коренной перелом, извиняюсь еще, коренной перелом, и вот сравнение Северной Африки в диаграмме, да, значит, и Сталинградской битвы, где же произошел коренной перелом. Если это математики и физики, они должны из графического материала сделать вывод, где была большая концентрация войск, ну надо же им это не просто сказать, а вот здесь, а это в текстовом виде определить. Или наоборот, да, из текста составить эту диаграмму. И тогда они работают в своем формате. Я уже не говорю про сдающие, да, то есть тоже здесь это. Вот. И причинно-следственные связи, вот этот наш самый больной момент, отрабатывать, соответственно, через... Учебник понятно, но раз мы уже говорим про текст отдельный, да, другого вида, вот, все-таки тот же самый и источник, и воспоминания, да, и историков, то здесь, конечно, прямо, как говорится, поле непаханное. Ну и перейдем непосредственно уже к тому, как это все формируется. Как оно все формируется. Я взяла примеры из своих папок различного вида, которые вы можете тоже взять, потому что, когда мы собираемся, всегда хочется в чем-то унести, в бумажном, в электронном виде, правильно ведь? Вот, записать что-то у коллеги, пояснение. Вот, значит, ну вот начнем. Предположим, сборники, да? Значит, где у нас текст ярко выраженный, да? Ну, это задание 20-22, значит, ну вот у Геворковой можно это взять частично, там все остальное, вот прямо неплохой такой практикум. Он в электронном виде, естественно, да? Значит, мы что-то выводим на доску, что-то распечатываем. Соответственно, пример таких вот сборников, их тоже очень много. Есть разные задачники, которые можно вывести где-то, значит, ну, в любом формате. Но все это, конечно, может быть, покажется, что не сильно хорошее качество, но ничего, как говорится, лучше так, чем это покупать запасные. Я давно уже ничего не покупаю, вот, как бы все это в электронном варианте. А потом то, что мне нужно, то и распечатываю. Вот, то есть, например, использование портретов, значит, с описанием исторических деятелей и так далее. Здесь очень интересно, вот этот задачник тоже я его вам рекомендую. Затем хрестоматия. Значит, как вы понимаете, ну вот, например, условно у нас нет хрестоматии, которую бы можно бы раздать было детям. Не знаю, есть у вас, нет, так, чтобы на каждую. Правильно. И у нас такого нет. Вот, поэтому, пожалуйста, вот из двух частей, значит, созданная добрыми людьми хрестоматия, вот, которая дает нам возможность любой источник, соответственно, здесь и найти. Сейчас. Любой источник здесь найти. Так, я приведу что-нибудь. Интересненько. Можно сделать. Что-нибудь остановиться. Так, ну тут уже по суду. Значит, и так далее. Ну, вот здесь можно любое подать. Сейчас я ко второму сразу содержание открою. Ну вот, например, из двух частей, да, мы уже говорили, что это у нас, еще раз скажу, что это хрестоматия, это хрестоматия, так, подождите, что-то я еще раз его, вот, значит, на 6-10 класс, то есть из двух частей, вот в электронных формах, как бы тоже это все можно использовать. Ну, вот, например, тут с русской правдой, да, началось, тут уже началось с русской правдой.
правда, это направо можно точно так же. Да, все. Вот, ну и другие хрестоматии, как бы тут разные вариации, кому что нравится. Есть вузовские хрестоматии, соответственно, точно так же сделанные, там из 9 разделов, например, вузовская хрестоматия и так далее. Так, следующий момент, это у нас задание ЕГЭшное, которое мы формируем. И на доску можем, и, соответственно, распечатывать. Это у нас по разделам. Это у нас по разделам. Да? Ну, например, то же самое шестое задание, его можно вставить и в презентацию, и куда угодно. То есть это наши десятые, шестые, двенадцатые, двадцатые задания. Да? То есть все они у нас любые, по любой, вот, пожалуйста, сборник Пазина, тоже великолепный, кто работает. Да? По всем можно все. Это все в электронном виде представлено. Так, теперь дальше. Это сама работа с текстом по разным темам. Я набросала по разным разделам, по разным периодам, соответственно, вот, например, там, с восточных славян. Вот я говорю о том, что методики лучше. Я не говорю, что учебник вообще не использую. Я обязательно использую учебник. Обязательно. Но есть такие вещи, когда лучше, соответственно, процитировать. Ну, соответственно, вот Гумилев, ну никуда от него не деться, потому что все великолепно. И дети могут сами уже там все найти, а потом уже дальше какие-то фрагменты мы используем в учебник для других вещей. Вот. Потом задания, которые еще со времен, когда было три части, они ничего не изменились, только там С. Я их вообще не убирала, вот они у меня остались, да, вот. Соответственно, вот предположим, по небольшие даже здесь на любое, не сдающих и не сдающих, 9 класс, разгоне учредительного собрания, вспоминаю. То есть все, и здесь можно по-разному это все обыграть, это все использовать. Значит, вот эти конкретные. Так, теперь, если вдруг есть уже доска, сейчас я не знаю, тренажер откроется, нет, открывается, вот тогда... Не знаю, может, уже не открывается. Здесь открывается. Можно использовать тренажеры, в которые можно самому вставлять, соответственно, не знаю, доска как у вас. Нормально? Ну, в смысле, нажимается, все, работает? Ну, должно быть. Вот, да. То есть можно, если это работаем с доской интерактивной, да, то, соответственно, здесь мы можем вставлять любой текст. Вот, и, значит, если это просто урок, это урок, это ЭВПР, это ОГЭ, и это, соответственно, 10-е задание ЕГЭ, да, и, пожалуйста, потренировались здесь, ну, по-любому, как говорится, периоду использовали, да, вот, и, пожалуйста, нажимаем и работаем с этим. Это то, что вот если говорить о интерактивности, да, использования, ну это если есть, конечно, доска. Значит, такие тренажеры можно все самому, так же, как всякие викторины и так далее, значит, ну это вариант уже доски. Это уже вариант доски. Если же это мы говорим о варианте вот использования, значит, текстографических в формате того, что нет доски, то тогда тот вариант, который предлагала изначально я. Ну вот основное как бы у меня все. Эти сами материалы вместе со всеми электронами разных периодов, листоматиями, сборниками, тренажерами у меня вот здесь вот полностью папка, вот, в которой представлены эти материалы. Итак, здравствуйте, коллеги, еще раз. Меня зовут Максим Алексеевич, я заведующий лабораторией Криптипро. Сегодня я тоже хочу вам представить такую тему, как использование электронных образовательных ресурсов в контексте вот, использования современных образовательных технологий при преподавании истории. Смотрите, вот здесь может быть как бы два аспекта в этом вопросе. Вот, здесь, я так понимаю, мы говорили преимущественно об использовании электронных образовательных ресурсов в режиме классной урочной системы, да, для класса. То есть, ну, тут возникает вопрос, есть электронная доска или нет электронной доски, да? То есть, если, получается, нет электронной доски, то можно вообще не слушать сейчас, да? Вот, но я хочу сказать, что если даже нет электронной доски в классе, то тут возникает другой аспект, да? То есть, есть вопрос индивидуальных занятий. Непосредственно индивидуальной работы тогда, ну, я не знаю, есть у школы сегодня, где компьютеров нет.
Есть компьютер. Конечно. Компьютер у всех есть в любом случае, да, то есть это замечательно. То есть мы в любом случае понимаем с вами, что вот дети, в основном, обучающиеся в 9, 10, 11 классах, они, ну, младших возрастов, мы про старших сейчас говорим, они визуалы все, да, и, конечно, вот демонстрация вот этих электронных средств обучения, они играют очень большую важную роль. И как здесь Ольга Ивановна говорила, совершенно правильно, вот одним из таких китов образовательного процесса, самой системы организации урока является проблема познавательного интереса. То есть, и я, может быть, и раньше говорил об этом, о том, что ну, без познавательного интереса ну, невозможно совершенно построить урок. Если у них нет интереса, вы как угодно бы, будучи цицероном, вы не смогли бы их, не сможете их заинтересовать в этом. Поэтому они совершенно визуалы и ориентированы на интерактивную форму контакта с вами. Поэтому, конечно, вот эти работы, они хороши конкретно, как и для такой способ организации вашей работы, он хорош и для индивидуальной работы, и для классной урочной системы. Вот посмотрите, допустим, я хочу представить вам несколько сегодня тоже таких вот мультимедийных средств, как вот есть исторические такие вот совершенно приложения, которые можно как с телефона использовать, так и загружать с компьютера, выводить на доску или работать в режиме индивидуального занятия. Вот в режиме индивидуального занятия оно особо важно, я считаю, здесь. Потому что, вот как действительно говорили, и про всеобщую историю в начале, да, и я, конечно, почувствовал так бэкграундом тоже вашу антипатию к преподаванию всеобщей истории. Ведь мы вынуждены ее преподавать. А вы понимаете, что и у школьников такое же отношение складывается. Здесь, вот, на мой взгляд, ключевым является вот именно эта позиция, как, о которой тут было тоже обозначено, но развивать эту тему вот, не решились, по метапредмету. Да? То есть тут действительно вопрос метапредметности является ключевым. Вот метапредметность в обучении современном является, ну, наверное, центральным, может быть, фактором, да? Потому что возможность применить эти знания, полученные на уроке в жизни, это является тем самым как бы механизмом познавательного интереса. Если они не понимают, зачем это в жизни понадобится, они не смогут это заинтересоваться в этом. Поэтому только метапредметность, только вот, возможность использовать средства разных предметов в преподавании вашего урока предмета истории может показать ученику идею о том, что как это можно средства использовать там, в режиме другого урока. Если он понимает, что карты на истории это заимствованное средство из какого предмета? География. Если это можно использовать таким образом в истории, при преподавании истории, то, может быть, историю можно использовать где-то в жизни впоследствии. Да? И вот не случайно здесь говорили сейчас про технику чтения, да, это вопрос читательской грамотности, да. И вот существуют разные подходы к описанию, объяснению этой читательской грамотности. Вот можно понимать ее, эту читательскую грамотность, как просто эрудицию читательскую. Ну, знания тут мы бронировать можем все, рассказывать, сколько мы знаем, там, произведений исторических, там, разных там литературных, романов, там, и так далее. И вот это читательская эрудиция. Но это не равно читательской грамотности, понимаете? Можно много знать названий, много знать заголовков, но не уметь работать с содержанием. И вот здесь, как правильно было сказано, конечно, вот эта способность, и она является ключевым здесь качеством. Да? И ведь это тоже метапредметность отражается, да, в этом. То есть возможность использовать эти знания на разных предметах, и в обществознании, и в тех изменениях в КИМах, по ОГЭ, которые сейчас прошли, по всем практическим предметам, везде появились задания из этой читательской грамотности, правильно? То есть по обществознанию, особенно там, вот, по истории, больше аналогов работы с текстом требуют. Поэтому, конечно, все эти средства мультимедийные, да, подходя к ним, все-таки я хочу обратить ваше внимание на вот эту метапредметность. Потому что метапредметность – это важный механизм, важное средство развития познавательного интереса. И плюс визуальная подача тоже привлекает большое внимание. То есть вот если они представляют, да, где там Балтийское море, Черное море, глядя на эти карты, они смогут уже формировать себе вот эти навыки. Обратите внимание, да, вот такие есть вот интересные, да, вот приложения, которые позволяют, да, это же высший пилотаж, запомни, где какой племенной союз у восточных славян проживал, в дельте какой реки там, да, то есть вот, там, базовое, там, представить, что поляне жили там близ Киева где-то, да, вот, Вятичи, самое восточное восточнославянское племя, смотрите, вот такое средство позволяет на раз-два отработать навык у них,
То есть, ну это, конечно, мы для профильников говорим, да, ну и вот исторические такие вот этнографические материалы. То есть я вам сейчас покажу даже, вот такая есть. Очень хорошо, вот, кстати, вещь. Да, вот это, может, видели такую, да? Работаем. Да, вот такой картографический тренинг здесь, пожалуйста, по расселению славян. И тут карты-то какие качества. Покажите, да? Верните, пожалуйста, название, да, название, чтобы здоровье. Люди как бы знали. Конечно, очень работаем. Хороший материал. Да, то есть вот... Совершенно визуально, образно, красиво можно туда представить. Еще раз, историческая география. Нет, картография. Картографический тренинг. Это обложечку. Покажите. Обложечку. Там две части, по-моему. География. Ну вот, картографический тренинг. Работы на уроке и подготовки к экзамену. Картографический тренинг. То есть это, ну, материал очень, конечно, актуальный и очень интересный. Потому что вот именно познание истории через средства географии – это тоже важное средство, которое позволяет преодолеть вот эти дефициты школьников в этих вопросах. Потому что географию очень тоже слабо знают, конечно. Очень слабо. Очень. Он не попадает в Каспийский. Да, да. А если у них нет такого представления, как же они могут понять тогда вот, вообще вот этом внешнеполитическом там фоне образования древнерусского государства, я так выражусь. Да? То есть где там хазарский каганат был, они не представляют это. Где там половцы потом появились, вот это, да, все печенеги. Конечно, все западает полностью, поэтому карты – это очень важное средство. А карты хорошо в интерактиве, в таком, с помощью мультимедиа средств преподавать. Вот обратите внимание, как вот крещение Руси, да, то есть смотрите, целая тут такая вот, может быть, кто-то видел это вот уже, да? Да. Да, то есть вот можно... Что-то у нас тут еще... да, вот задание откроем, да. И вот тут, видите, из исторических источников, из поиска временных лет, все тексты отсюда заимствованы, да, использованы, что не работаете, конечно. Вот игра. Да, то есть вот, пожалуйста, и вот умение соотносить. Да, видите, ответы есть, видите, можно дом показать. Раз, и, пожалуйста, вам правильный ответ, да, то есть расположить религии и страны, в которых они появлялись. Да, и обществоведческий компонент разбивается, да, то есть, и, конечно... С использованием таких средств, конечно, работать с познавательным интересом, конечно, это очень эффективно. Да? Вот, но все же я считаю, что познавательный интерес, конечно, это именно способность именно показать, отвечать на вот их вопрос. Не все его задают, но все об этом думают. Я не занимаюсь историей, потому что она мне в жизни нигде не пригодится. Вот развеять этот миф. Вот просто отдать им ответ четко очень на этот вопрос. Да? То есть, а как на него можно ответить? Вот как вот поделиться вот этим? Каждый как отвечает на этот вопрос? Вот каждому ученики задают такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Начинать нужно с того, что дерево из камней не растет. Что вы знаете о своей истории? Кто были ваши предки? Вообще, вот понимание жизни, где вы живете, вам разве не нужно для того, чтобы дальше существовать, а что было до этого, что происходит сейчас? История творится каждый день. Ну и там и на моментах, на той же и всеобщей истории, да? Да, вот целая история. Вот, кстати, базовая вот физики, математики, многие вообще не задают таких вопросов, зачем нужна история. Вот почему-то даже для них это более понятно. Да. Да, потому что всегда. Они с цифрой работы, им хочется еще и осознать что-то, поговорить. Вот, это как раз очень. Ну да, вот, у меня, знаете, у меня на фронте тоже случилось. Я когда работал в классическом лицее, у меня ученик там был такой, Никита Тюнин, напомню, это математический Б-класс был. И вот именно он занял второе место на Всероссийской олимпиаде по истории. А математики очень хорошо по истории. Да, а потому что, видите, у них вот это системное мышление. Вот это, им не хватает этого. У меня мальчик, который на регионе занимал места, у него история была хобби. Он физик, математик. Да, вот не хватает, но они и очень, логика настолько у них развита, что они, в принципе, им не надо глубины, они логически все выводят. И это им помогает. Да, а вы видите, вы говорите хобби. Хобби – это, значит, возможность что-то использовать дополнение. Вне учебном контексте, да? То есть за пределами школы. То есть, а это и должно быть, да? То есть, вот, понимаете, вот я тоже любил так, ну, я тоже, как бы, вроде музея был, я всегда объяснял, что, понимаете, вот история школы, семьи, история школы,
вот история страны, там как бы региона страны, да, вот эту связь причинную, это понятно. Но вот конкретно отдельно взятому человечку можно сказать, где тебе лично это пригодится. То есть, когда, если ты будешь изучать историю, то ты сможешь так вот презентовать себя более образно и красиво мыслить. И вот это самое важное в жизни, уметь преподавать себя. Вообще, что происходит? Да, понимать это другой вопрос. Да, это тоже, конечно, то есть быть более компетентным вообще в этом внешнем жизненном контексте. Да? То есть, поэтому, конечно, вот ключевой этот вопрос именно познавательного интереса и метапредметность здесь, она играет, вот я считаю, наиболее важную роль. Потому что именно при взаимодействии даже педагогов-предметников, ну вот категория учителя здесь, да, все так понимают, да, я вот, когда этот вопрос поднимал о взаимодействии педагогов-предметников при формировании функциональной грамотности, ну и разных аспектов, и читательской в том числе, и математической, то есть там в основном аудитория была у меня, ну, в основном заместители, директора, и они как-то с большим энтузиазмом, потому что в их полномочиях, видимо, да, то есть, конечно, организация этого взаимодействия, но там и учителя сидели, и ребята говорили некоторые, что а зачем, собственно, нам даже это нужно? У нас есть же методические объединения, где и коммуникация с коллегами идет на низовом уровне школьного самоуправления, где мы просто общаемся, взаимодействуем, обмениваемся опытом. И это тоже строит, да, является эффективным очень. Да, вот, учителя истории, поэтому, ну, прежде всего, должны дружить, наверное, конечно, с учителями литературы, русского языка, да, ну и с математиками тоже, как мы поняли. Да. То есть это очень важно, да, взаимодействовать со своими коллегами и вот, действительно использовать вот эти все мультимедийные средства, красивые, прекрасные интерактивные карты, которые позволяют просыпаться большему интересу ваших учеников и, соответственно, повышать результаты образования. Несмотря на то, что я из советских учителей, потому что я начала работать в школе в 82-м году, то есть перестройку я все работала и прочее, потом у меня такой был перерыв в моей биографии, я 13 лет отработала в институте, это, вела право, и молодой специалист, работающий 2 года. Ну, поскольку я пришла и я увидела, что, прямо скажем, очень другие совсем ученики, абсолютно другие, ну, естественно, что начала думать о том, а как бы вот сделать так, чтобы, ну, в общем-то, моя родная история, самое главное, любимое мое право, они каким-то образом преподавались бы. Так, чтобы им было интересно. Вот. И тогда вот у меня, ну, я много чего, и вот в том числе я решила о том, что телефон должен на уроке работать. Ну, хочу сказать с того, что начиная с 5 класса я не борюсь с телефонами на уроке, я их использую как важный, очень важный элемент для моей деятельности. Школа сельская, школа очень маленькая. И вот, вы знаете, ну нет у меня компьютеров. У меня мой единственный ноутбук, который я привезла с собой, мой личный проектор, который я купила, и это все, что здесь в школе. То есть я пришла, чем располагаю школу? Да, то есть я пришла в абсолютно пустой кабинет с ободранными шторами, с ободранными партами и, в общем-то, все, что там это было. Поэтому приходилось выходить из варианта, и вот я увидела в этом благость телефона. Не могу сказать, что я очень много их использую, но использую в каком плане? Во-первых, у меня в каждом классе есть своя группа. Группа 5 класса, группа 6 класса и так далее. Ну, каждый класс одного. И, допустим, мне нужно показать видео, особенно как сейчас проектор хотя бы работает, раньше проектор не работал. Поэтому мне нужно показать видео. Я в эту группу загружаю видео и говорю, так, а сейчас, ребятки, берем телефончики, ссылочка у вас есть, нажимаем. Они мне смотрят этот фрагментик. Очень люблю вот эти уроки Питона К. Я думаю, что вы все используете, да? В старших классах это история России, тоже как бы достаточно хорошо использую. Вот, они мне смотрят этот фрагментик, да, мы с ними обсуждаем, задаем вопросы, ну дальше все как обычно по классике. Но как им интересно, они же потом бегут, говорят, а мы сегодня с телефоном на уроке работали. И типа того, что вы что вот это... Вот. Потом, когда началась подготовка к ВПР, опять же, вот огромное количество распечатки. Мы считаем, что это ни к чему не уходит, нет. Но мы берем телефончик. Говорю, так, ребят, выбираем вариант номер 1. 5-6, мы его сейчас решаем. У них телефон. ВПР потом можно вывести на доску, когда она появилась, да, вот проектор у меня. Когда нет, мы прямо работали с телефоном. Потом у меня есть очень слабенький 9 класс.
ну прям очень слабенький. Там три за счастье. Ну вот типичная сельская школа. Вот. И они меня подтолкнули к очень интересному моменту. Вы знаете, что вопросы культуры для нас всегда очень сложны. Очень сложно, во-первых, мы не имеем такой возможности куда-то там, ну, сельская школа, не в музей там съездить, для них Кемерово съездить, свозить события, они там, не знаю, каким образом, да и вообще, ну что, ну нет же у нас таких. Ну, понятно, что когда они смотрят просто видео, вот им почему-то это неинтересно. Придумала вот такую фишечку, она работает 100%, может быть, вам поможет. То есть, приходим в какой-то период изучения культуры. Я пишу на доске список всех культурных, так сказать, деятелей этого периода. Прошу их, можете брать телефон, но вы должны мне найти, кто он, поэт, писатель, художник, скульптор. Найдите его произведение и найдите что-то интересное, что вам понравилось об этом архитекторе, художнике, скульпторе и так далее. Они залазят в телефон, идет бурное обсуждение, ты что, это не тот, это тот, это тот, но... Результат-то тот, даже слабенький, он же все равно нашел то, что ему надо. Вот. Потом еще один очень момент, и я вам сегодня его продемонстрирую, когда буду показывать дополненную реальность. Вы знаете, мы все равно должны знать географические какие-то характеристики наших исторических деятелей. Ну, не говоря о том, что он есть в ЕГЭ, ну, как бы быть культурным человеком, не знать, кто есть кто, тоже достаточно сложно. Но, когда один ученик готовит доклад по этой теме, все остальные что делают? Дружненько спят. Вот, поэтому мы делаем по-другому. Я опять же загружаю в группу краткую биографическую справку. И доски пишу, либо задаю им вопросы. Они все, читая в телефоне, выписывают какие-то ответы на вопрос. Ну, там элементарно учился, крестился, какой вклад внес и так далее. При этом сразу говорю о том, что мы это запоминаем, то есть не выбрасываем свои листочки, даже если писали на листочках, потому что когда мы завершаем период, мы проводим такую проверочную работу. То есть я из их работ беру, что они выписали, а они потом перемешиваю, естественно, а они должны найти, кто это, узнать. Узнавание уже, да, уже элемент того, чего это им необходимо. Вот. Поэтому вот это такие какие-то маленькие моменты, которые мне очень сильно облегчали жизнь изначально. Во-вторых, я еще веду обществознание. А там, вы знаете, вот, ну, преподавая в ВУЗе, я поняла одно, что никакие законы покупать вообще нельзя. Потому что у нас законодательство настолько часто меняется, что это только пустая трата времени. Вот если вы обратили внимание, что у нас самый стабильный – это Гражданский кодекс Российской Федерации. Первая часть принята в 1994 году, и, в принципе, изменения, ну, максимум раз в год проходят, ну, где-то в полгода. Ну, то есть они, ну, не так часты. Если вы возьмете кодекс административных правонарушений, месяца не проходит, чтобы новая редакция. То другое, то пятое, десятое. Но при этом мы же должны уметь решить задачки по праву, да, и ориентироваться. Поэтому у нас точно так же вот консультант и гарант, это у нас телефон, который вот у меня работает, особенно в старших классах. То есть очень легко решать задачи, используя консультант и гарант. То есть начинаем, да, задачку по праву, разбираем, какая это отрасль права, ага, трудовая. Что значит мы должны сделать? Обратиться к трудовому кодексу. В каждой вы знаете, да, что в консультанте гарантии есть поисковая строка. Поисковую строку мы можем забить основную фабулу, да, и нам выйдут какая-то статья трудового кодекса, например. И вы знаете, мне кажется, они так лучше запоминают. Когда они вот сами поискали, ага, увольнение-то такая-то статья, ага, 86-е соглашение сторон, да, 81-е там то-то. То есть и им это интересно, точно так же, как и задачки по уголовному праву. То есть они, вот я точно могу сказать, что меня теперь не путают отрасли права, потому что они сами покопались в кодексах, вот используя, опять же, их телефоны. Поэтому мы с администрацией вначале... У нас молодой администратор, она из секретного отпуска только вышла. В прошлом году уже администрация старая знала, что у меня телефоны, дети не играют в телефонах, а занимаются. А в этом году у нас еще видеонаблюдение в школах, ну, в связи с тем, что на школе принимают ОГЭ, поэтому видеонаблюдение. Она говорит, у Людмилы Анатольевны, мне неудобно вам делать замечания, но почему у вас дети все время в телефоне сидят? Я говорю, Вера Александровна, я вас очень прошу, придите и посмотрите, у меня дети работают. И поэтому в школе принято у нас, конечно, положение, согласно которому дети пользоваться телефонами на уроках не могут, то есть они заходят в кабинет, они выкладывают там на подоконник свои телефоны, у меня их никогда нет, потому что это мой главный рабочий инструмент, с которым мы вот как бы работаем. Ну это так вот
так сказать, навевая размышлениям, то есть по второй части телефон это благо. Основная моя, конечно, цель сегодня – это познакомить вас с новым элементом – это дополненная реальность. Сразу хочу сказать, что эту идею меня подсадил мой сын. Он у меня преподаватель VR-квантума в нашем Кузбасском технопарке «Кванториум 42». Поэтому, как бы, в общем, заразил меня эта идея, мне это так понравилось. Надеюсь, что я вам тоже смогу сегодня это донести, и надеюсь, что вам тоже это понравится, потому что, знаете, ну вот ребятишки говорят, это круто, Людмила Анатольевна, ну посмотрим, что из этого получится. Итак, что такое AR, да? То есть это среда, когда имеется какой-то реальный физический объект, и он дополняется, соответственно, каким-то виртуальным объектом. Ну, вот как здесь, да, вот смотрим мы на картиночке, смотрим на развалины Парфенона, да, и видим его реальную ситуацию. Ну, это самое простое из того, что может быть. То есть для того, чтобы создать дополненную реальность, достаточно иметь планшет, телефон, то есть там, где есть веб-камера. Потому что без веб-камеры не сработает. Вот. Поэтому мы можем погрузить ребенка туда, какие-то, опять же, выполнить задания, элементы, то есть как бы человек, ребенок общается с внешним миром, он использует эту дополненную реальность. Ну, в чем актуальность? Понятно, что это совсем новый уровень преподавания, да, стратегия качественного использования информационных, коммуникационных технологий, а самое главное, что это организация новой образовательной среды, и, опять же, вот эта мотивация на познавательную активность, что ли. Я вот прям, когда послушала, даже себе где-то на листочке записала, чтобы поаплодировать вам, потому что я с вами стопроцентно согласна, что настолько они не хотят читать и работать с текстом, потому что это вот прям война и немцы. По-другому никак не могу сказать, но в телефоне-то ведь читают, заразы. Что ты сделаешь? Ну, простите за сленг. Новое время уже. Да, простите за сленг, но бумажную книжку не хотят читать. Но вот там же тот же самый 9 класс. Вот параграф, не надо, чтобы они хоть с параграфом поработали. Вот параграфы работают единицы. Этот же параграф в телефоне работает. Все читают. Гениально. Серьезно говорю, я сейчас просто слушаю на фоне всех остальных выступлений. Я тоже потихоньку использую, втихаря. Чтобы администрации вот, не знали. А я, это мы же все подписали. И так да, мы тоже подписали, но я ее пригласила на урок, она мне посидела, убедила, что они не играют в игрушки на телефоне, теперь я легально использую единственное в школе телефон. Гениально про то, что как читают тексты, потому что я вот тоже приобрел планшет полгода назад, стал все читать в планшете, да, эту книгу читал. А я хочу сказать, что у меня уже это перешло, потому что мне тоже где-то, наверное, лет 7 назад ребенок подарил электронную книгу, мальчик такой мне этот самый, я что-то читала, потом говорю, Саша, ты знаешь, что мне еще бумажную хочется, у меня теперь бумажные книжки дарит. Вот. Ну, то есть это вот тоже элемент дополненной реальности, когда мы наводим на черепок, там все это достраивается. Вот. Для того, чтобы простроить урок к дополненной реальности, есть такая программа, которая называется «Уфория». Хочу сказать, что я вам сейчас, там есть прямо, вот, знаете, алгоритм создания, не записывайте все это, я оставлю вам, вот, прям есть алгоритм, как создать эту дополненную реальность. Вот вы знаете, ну я вот пролистаю, чтобы вам сильно не грузить, да, вот самой технической стороной, кому интересно, посмотрите. То есть вот Уфория — это создание для как раз AR, то есть дополненной реальности для создания. Она работает в системах iOS, да, и Android чаще всего. Вот, то есть она, вот Уфория предоставляет очень богатый выбор мишеней. Сразу хочу сказать, что я использую только первую. Она вот, ну, может быть, попроще, я все равно не технарь, я же гуманитарий, да еще 100-летней давности, да. Вот, то есть, но она, тем не менее, вот как бы отвечает тем требованиям, которые мне нужны. Мне кажется, что, вы знаете, кубические параллелограммы и прочее, это сложно, ну и пока нам нет необходимости. Мы же все-таки не технари, нам тогда задача главная донести информацию, да, получить обратную связь. Вот. Но вот это как бы возможно. Вот. То есть главное что? Для того, чтобы прицепить какой-то дополненный объект, дополненную реальность, необходимо выбрать какой-то реальный объект. Лучше всего это получается, когда этот объект, знаете, контрастный. В принципе, прицепить можно даже к цветку, который стоит в кабинете у тебя. Ну, сработает. Но когда вот контрастная фигура,
срабатывает прям очень хорошо, легко и как бы дополняется прям великолепно. Учебник, вот я сейчас буду вам показывать, там прям иллюстрации из учебника, вот я по 8 классу вам приготовила, по внешней политике Екатерины II. Там вот, оставлю, прям можете взять и провести этот урок у себя. То есть там все готово. Ну, естественно, за исключением сценария самого урока, это вы сделаете, как вам хотите. Вот, а дальше вот я говорю, что пошла техническая сторона. Видите, я вам расписала прям все очень четко. Куда заходим, да, что набираем, что появляется затем, да. Дальше, каким образом мы дальше работаем, обязательно надо регистрироваться. Потому что незарегистрированный пользователь не даст вам создать систему. То есть вы вот обязательно надо зарегистрироваться. То есть когда вам требует регистрации подтверждения, ничего страшного, регистрируйтесь и подтверждайте. Это ничего такого. То есть, да, вот. И вы получаете свой индивидуальный лицензионный ключ. Именно вот этот лицензионный ключ вам позволит совместить свои программы, да, и работать дальше. Поэтому, опять же, говорю, все, я прям сделала вам, знаете, чтобы это... это тоже вариант, когда у вас появятся таблички, то есть как, всегда называем дальше-дальше, да, понятно, что мы это все регистрируем. Теперь, вот смотрите, вот то, что здесь касается тест, там вы можете набрать любое свое слово. Ну, то есть вот здесь вот будете набирать любое имя, которое вам нравится. Ну, будете, например, Петру создавать, можете Петр назвать. Ну, как хотите, то есть это не важно. То есть это не так, не появится. То есть если вас, я вот коллеге своим рассказывала, когда говорю, знаете, они, знаешь, а там появилась пустая клеточка, ничего подобного, набирайте. То есть, ну, я сразу поясняю, чтобы не возникло каких-то моментов, да. Ну, а дальше выбираем что-то, менеджер, да, задач как раз. И вот дальше пошло то, что нам необходимо. Вот, выбираем базу данных, создаем ее, ну и... Все, дальше, ну, вот это уже увидели, да, картиночка есть, то есть мы выбираем первый имидж задач, да, и, ну, вот я как раз здесь вот по Петру создавала, видите, там картиночка с Петром, это значит, вот на эту картиночку будет прицеплена и какая-то дополненная реальность. Вот, ну, и практически дальше вот мы тестируем, вот, выбираем, в общем, говорю, вот я просто не останавливаюсь сейчас на технической стороне, а я ее всю специально расписала, чтобы вы спокойно могли себе создать. Вот на трехмерная волчица тоже как бы можно такое сделать. А вот теперь, ну, все узнали, да? Вот сейчас мы будем смотреть, как работает эта дополненная реальность. Ну, это из учебника Туркунова, это русско-турецкая война, видали, да? Ясно, все ясно. Да. Она не хочет... Ну не хочется, это самое изображение очень четкое. Угу, а еще звук на ладони выключила, поэтому ни черта не слышно. Сейчас. Прошу прощения. В автобус ехала, все звуки подключала. Началась русско-турецкая война. Россия отправила несколько эскадр под общим командованием графа Алексея Орлова. Наводишь и... Да. Вот он должен заработать все-таки, потому что у меня в классе же оно работает, с этого, ну, может быть, изображение. Ну, не хочет он с этой. Свет выключим, нет? Ну, попробовать, может быть, свет выключить. Ну, в общем, что-то... Ну, в школе-то у меня же работает он на этом. А, ну, вот так, четче. Вот так четче просто. Он должен сейчас прицепиться и заработать. Подождем. Ну или давайте, раз он здесь на выходе, можно повернуть, да? Монитор. Вот здесь уже показываешь, да? Дети свои, смартфоны. Они свои смартфоны наводят. Понятно, то есть у каждого близко все. Супер. Нет, вы знаете, у меня вот в классе почему-то срабатывает даже с третьей и четвертой парты. Почему здесь вот не срабатывает, не могу понять. Ну все, мы уже поняли. Да, ну то есть вы поняли, да, что мы как бы та самая... Вот пошел. Дети будут в восторге. Дети в восторге, однозначно. То есть потратьте это время, вы знаете, вот с первого раза будет долго.
просто. Часа полтора-два надо потратить. Да. Вот что-то да запомнить. Нет, но я однозначно говорю, что обычное видео, да, но они вот, учебник есть, вот когда на учебник наводишь, вообще идеально срабатывает. Учебник у них у всех лежит. Навел на свой телефончик, у них пошло видео. Они с наушничками. Потому что да, я же им даю задание, вот, просто не да, смотреть. Да, вот они работают на своем режиме. Вот я записала, я сделаю. Да. Теперь смотрите, вот еще одна очень интересная вещичка. Переходим обратно. Я даю маме. Мама пусть на работу сюда пришла. Вот на карту, да? Карта тоже с учебника, извините. Ну, карту заняла. Супер! Понятно, да? Mm-hmm. Вот. Теперь, вот это вот очень интересный момент, но здесь вот надо прямо, чтобы кто-то был в телефоне. То есть, вот смотрите, это раздел Речи Посполитой, да? Да, да. Вот опять же, она у них на телефоне. И вот смотрите, можно пальчиком нажимаем, какие территории отошли. Ага. Вообще классно. Ну, то есть... А у детей только веб-камера, у них программу никакую устанавливать нет. Нет, они эту программу себе устанавливают. Да. То есть вот это почему я сказала, что вам надо, чтобы вы установили эту программу себе. Какую ну, программу? Ну, я же вам ее сбросила. Буфория. Буфория. Буфория, которая... Я Буфория. Так, вот. Так, то есть, и вот здесь, понимаете, как бы мы нажимаем пальчиком, они нажимают на дату, да, какие территории отошли, и там они... Ну, они себе устанавливают эту программу. Да, 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 у них... Детям установить. Ну, то есть и да. Детям, у нас да, нам задание придумать, а им что им чтобы посмотреть. Им чтобы они просто да, их устанавливают, а потом включают камеры, чтобы да, 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 то есть им это интересно. Вот, и еще вот смотрите, еще один момент. Ну вот, ну, Александр Васильевич Суворов тоже из учебника. Ну, но здесь другого плана. Это самое, здесь пойдет текст. Вот, видите, он пошел. Нет, он пошел. Удобно мне. А вот уже здесь должно пойти. Ну вот он не хочет почему-то эту доску. Вот на проекторе он берет хорошо. Здесь вот с правой стороны идет биография Суворова. Сейчас оно показывалось уже. Во-во-во, вот, видно. Было. Вот, да? Угу, сейчас. Мне вот. Надо сейчас встать так, чтобы это... Вот я вижу текст. Да. Угу. Ну, то есть, он идет, поняли, да. То есть, идет такая белая иконка, и там текст биографии Суворова. Опять же, работаем, задаем вопросы и так далее. Ну, это вот ситуация тоже с документом, работа. То есть, здесь документ... скажем так, русский 19-18 века. А дальше пойдем наводим также там перевод обычного адаптированного текста. Мы все скачиваем, создаем. И там, то есть идет это само условие договора уже в адаптированном русском варианте. Вот. Ну вот как бы, если вам было интересно, и я готова ответить на ваши вопросы. Коллеги, вопросы. Я тоже. У вас 11 класса дети или до 9? У меня с 4 по 11 все. Есть и 10, и 11, все есть. Все есть. Издаете, да? Издаю. И все это, да. Слава Богу, в прошлом году у меня хорошо сдали. То есть у меня минимальный балл, я уже поговорила в прошлый раз, у меня было 64 балла, это минимальный. Максимально 92, я счастлива была, конечно. Но, правда, это сам историю мы не сдавали. Мы сдавали общество. Мы сдавали общество, историю мы сдавали только в 9-м. Слава Богу, сдали. Все нормально. Вот эти девочки сейчас у меня в этом году в 10-м. Вот сейчас будут в 11-м сдавать и то, и другое. Вот. Поэтому... Хочу сразу сказать, что несмотря на то, что я преподаватель как бы истории, ИСТФАК заканчивала, а так получилось в своей жизни, что я потом получила второе юридическое образование, больше я, конечно, теперь люблю уже право вести. Поэтому, ну, история, поскольку это моя родная, я ее тоже люблю, и мне хочется, чтобы они ее знали. И вот я считаю, что такие какие-то вот вещи, фишечки, они очень... Заинтересовывают однозначно. Значит, Вербилова Ирина Викторовна. Я заведую электронными образовательными ресурсами. У нас есть центр, который сопровождает и дистанционные технологии, и вообще цифровые технологии. Вот я в этом центре тружусь. Значит, о чем я хочу с вами поговорить? Ну, конечно же, в свете вашего семинара, темы вашего семинара. Да? Вы говорили, наверняка, вот, смотрели, да, коли вы приехали, значит, вы используете.
электронный образовательный ресурс, да? Да. Вот у меня такой к вам вопрос ко всем. От этого будет зависеть дальше, чем заниматься будем. Знаете ли вы о существовании регионального депозитария электронных образовательных ресурсов? Ну, конечно. Все знают. Вы знаете, бальзам на душу, конечно. Я серьезно, да. Так. Есть люди, кто не знает, скажите еще раз. Вот так вот. Вот так вот бальзам. Да. Кружка дегтя. Ну а как без нее? Без нее никак. Значит, очень коротко. Заходить или показать? Ну, быстрее зайдите, не знаю, что получится. Ну, мы сейчас... Так. Так, 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 так. На чувствительность доски. Главное, что она есть. Ничего страшного. Нет, я просто думаю, что быстрее будет. Так, значит, региональный депозитарий существует уже 6 лет. Предназначен для чего? Для того, чтобы педагоги могли и дети, и педагоги, и дети могли скачать качественный ресурс. Почему я обращаю ваше внимание на слово, и я обращаю внимание на это слово, качественные ресурсы? Очень хорошо. Угу. Это что сегодня? Забыл. Спасибо, дорогой. Вот он. Вот так выглядит. Адрес его, если вам тут мелко, eschool.kuzedu.ru. Если не запоминать эту аббревиатуру, то можно в строке поиска, ну в любом поисковике, написать «Электронное образование Кемеровской области». И мы будем первыми в этом списке. Два раздела. Дети и учителя. В учениках те ресурсы, которые могут использовать дети, это, естественно, школа, тот возраст, который может использовать, это значит по классам, это значит по предметам и так далее, в предметах по темам и вот здесь. То есть это вот так выглядят разные, это пособие, это, скорее всего, демонстрационный материал, это пособие, это тест, ну и поехали, в общем. Все предметы, все это все можно скачивать и смотреть. Значит, если это видео, то можно смотреть прямо на сайте. Все остальные нужно скачать, разархивировать, а потом пользоваться. Ну, это особенности. Так, это ученикам. Здесь, кроме электронных образовательных ресурсов, может быть, у вас кто-то есть, работает, где есть видеоконференц-связь, в школах есть, да, то вы работаете через расписание онлайн-мероприятий, да? В общем, все понятно. Так, теперь учителям больший объем, потому что здесь все виды образования, но точно так же электронные образовательные ресурсы для всех этих видов образования, точно так же расписание. То есть вот они все вот тут вот размещаются. Возвращаюсь к качеству. Почему качественно? Потому что каждый, любой и каждый ресурс, который здесь опубликован, прошел экспертизу. Вот это отличие абсолютное от всех остальных интернет-площадок, на которых мы публикуем. Во все остальные места, куда вы посылаете свои ресурсы. Как это происходит? Вы послали, денежку заплатили, получили сертификат. Или не заплатили денежку, все равно получили сертификат. Через сколько вы его получаете? Ну, бывает, что практически онлайн. Вот. Вот вы сами подумайте, мы все взрослые люди. Как можно проверить качество? Ну, даже за день. Конечно. Да, поэтому, когда мы смотрим многие ресурсы, там ошибки грамматические. Совершенно верно. Вот это принципиальное отличие. Кстати, чуть-чуть отвлекусь. Кстати, вот сейчас вы, кстати, инфоуроком пользуетесь? Да. Да. Ну и там, соответственно, всякое можно скачать. Да. 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 Сами размещаете? Да. Ну, когда надо было в школе, разместили. Да. Школа сказала, разместить. Да. Разместили. Ну вот, и очень хорошо, что не размещаете. Я объясняю, почему хорошо. Потому что вот сайт инфоурок, и он не единственный такой, но он просто это делает безобразно. Он осуществляет изъятие авторских прав. Вам, как юристам, я думаю, это понятнее, чем даже мне. Хотя я этим вопросом занималась.
Почему это отвратительно с их стороны? Конечно. Потому что они это пишут мелким шрифтом, и человек вообще не в курсе, что он не имеет права свою работу публиковать где бы то ни было. В электронной школе никогда заходили, не пробовали там что-нибудь скачать, не видели такие черные экраны, на которых написано «Видео недоступно, потому что заблокировано право обладателя». Инфоурок. Вот. Вот. Потому что использован материал и опубликован в другом месте. Вот, пожалуйста. Поэтому на инфоуроки не публикуем. Скачивать, ну это ваше дело. Что хотите, поскачивать. Ну, там тогда бывают плохие иногда. Да, я не говорю, что это плохие материалы. Нет, потому что я не знаю. Но судя по тому, я 6 лет занимаюсь экспертизой ресурсов, которые мне присылают педагога. Материал может быть замечательный, но с ошибками ж мы не дружим. Ну, то есть мы не дружим с правилами, конечно. А с ошибками мы как раз дружим. Самыми вот, обыкновенными. Вот, запятые несчастные, но никак они не стоят в нужные места. Описок мы же на компьютере, мы же не читаем за собой. А это бы ладно, это мы все понимаем, это все понятно. А ведь есть фактические ошибки. Есть, вот да, вот что страшно, есть. Фактические ошибки. Это ж вообще просто, ну нет слов. Вот, поэтому я и говорю, что судя по тому, что я вижу, есть у нас проблемы. Так вот, в нашем депозитарии все прочитано. Прочитано и специалистами по предмету, и специалистами по технике. То есть все, что должно работать, оно работает. И работает так, как это положено, в соответствии с ГОСТом. Между прочим, есть ГОСТ на электронные образовательные ресурсы. Да? Так. Что-то я хотела еще про инфоурок такое сказать, неприличное. И наши права будут чего неприличного. Нет, я хотела сказать, что по поводу изъятия авторских прав. Вообще-то неприлично это на инфоуроке. Вообще-то это стандартная практика. Этим занимается Московская электронная школа, Российская электронная школа. Но есть одно большое но. Они заключают официальный договор об изъятии авторских прав. Кстати, у нас в институте есть структура, которая продвигает ваши работы, но тоже заключает договор об изъятии авторских прав. Только для того, чтобы иметь возможность публиковать где-то еще. Какая структура? Это лаборатория Коровиной. То есть, если мы у вас расположили свою работу, да, то мы теряем свои авторские права? Нет, это я сейчас не про нас, это не про нас. Это не а про если нас. На инфоуроке, то мы теряем. Да. Если на инфоуроке и же с ними, то вы теряете. Так вот, МЭШ и РЭШ, они что делают? Они заключают договор, как и мы, вот структура нашей сотрудницы. Ну, не сотрудница, она там руководит ей, это не ее, конечно, структура. Заключается договор, по которому автор получает вознаграждение. Вот. Директора, вот. Когда приезжали московские к нам в школе, и был семинар, и я рассказывала, например, как вот мы уже много лет работаю, и прям приходят люди и даешь электронные, они говорят, как это даешь? Вот. А если вы бы у нас опубликовались, вот. И 500 скачиваний, и у вас вот. Грант. Московская электронная школа платит безумные деньги. Да, безумные. Да. Но они платят не за публикацию, а за количество обращений. От количества обращений идет сумма с трехзначными нулями. Понимаете? Но это нормальная практика. Нормально. Ну, там, конечно, ну, давайте будем честными, требования. Несколько другие. На такие суммы требования другие. Но я хочу сказать, что и Московская электронная школа с нашей электронной школы, это, знаете, как Земля и Марс. Это вообще несопоставимо, несоизмеримо, и вообще сравнивать нельзя. Дело в принципе. Изымаешь авторские права, но будь добр. Что делает инфоурок? Да ничего. Он на вас, ну, на нас, зарабатывает себе репутацию и, соответственно, деньги. Вот и все, чем он занимается. Сейчас они получили лицензию на проведение курсов. Я просто с ужасом думаю, что это будут за курсы. Ну, ладно. Единственное, что... Отвлеклись. Возвращаемся. Мы тоже должны это знать. Конечно. Возвращаемся. Итак,
Каждый ресурс проходит экспертизу. Требования наши, утвержденные на уровне региона, они, конечно же, опубликованы. Есть масса методических рекомендаций, я их вам покажу. Скачивание и использование бесплатно. Авторские права мы не изымаем. У нас есть лицензионное соглашение. Оно в двух частях. Первая часть, когда вы публикуете, там соглашение на то, что вы соглашаетесь на безвозмездную публикацию, то есть не ждете от нас денег. И все, и точка. А вторая часть, что когда вы скачиваете, то есть когда вы в роли пользователя, вы должны указать автора. Что вы не... А еще есть, когда вы публикуете, там две части, что безвозмездно, то есть вы не ждете оплаты. И второе, что вы соблюли права третьих лиц. То есть те материалы, которые вы использовали, вы авторов указали. Вот, это дело автора. Вторая часть лицензионного соглашения, когда вы выступаете пользователем, там написано, что вы должны указать автора. Все. Все. Больше никаких требований и условий мы не выставляем. Значит, скачивание, размещение, все бесплатно. Вы работаете в школе, значит, вы через электронную школу 2.0. Да? И регистрация не нужна. Но регистрация нужна только в одном случае, когда вы сами будете публиковать свои материалы. Для этого действия, то есть публикации материалов, публикации в электронное расписание, это через личный кабинет. И когда вы попытаетесь войти в личный кабинет, вот здесь вот написано, что нужна авторизация. Так вот, я про электронную школу 2.0 сказала, что вам... Вы работаете в общем образовании, не нужна авторизация даже для этого. У нас электронные школы, вот единая авторизация, вы сюда щелкаете, вы должны разрешить, что вашими данными сервера обменяются, не пугайтесь, это нормально, у нас сервер защищен, и там сервер защищен, то есть просто идет обмен персональными данными, поэтому там будет такое сообщение. Итак, значит, для того, чтобы свой... Нужно авторизоваться, оформить заявку и так далее. Как понять, соответствует ваша работа или не соответствует, да? Значит, вот в разделе «Учителям», я уже говорила, там такой объемный, более объемный, чем в «Учителях», в «Учениках», есть такой раздел «Документы», кроме, собственно, депозитария с расписанием, с курсами, с ресурсами, есть и раздел «Документы». Вот в этом разделе размещены все методические рекомендации, в которых эти требования расписаны вот от и до. Вот как должно быть, чтобы это было так вот, как в соответствии с требованием. Ничего другого, кроме ГОСТа, мы не придумали. А в ГОСТе всего три составляющих, которые должны быть в электронном образовательном ресурсе. Это интерактивность, это мультимедийность и это самодостаточность. Все. Можно было ограничиться тремя словами. Все понятно, что надо делать? Да вы что, понятно. А зачем я писала тут? Кучу бумаг тогда спрашивается. Это же как делать? А вот, вот, а как сделать, чтобы это слова-то понятны? Да, вот в этих многостраничных документах написано, как сделать. А почему они оказались многостраничными? Первоначально 6 лет назад это был один документ. Один, ну, бумажка одна такая, да, там. А люди спрашивают, я, значит, понимаю, что я что-то не так написала, я расширяю. Опять спрашивают, я опять расширяю. В результате я их разбила уже на несколько тематически, ну, потому что спрашивают и спрашивают. А сейчас я понимаю, что чем больше документ, тем меньше его читают. Вот другая сторона, да? И что я сейчас делаю? Делать-то надо, что даже с людьми. Я сейчас записываю в виде консультации. Ну, современно, модно. Вы знаете, это удобно. Дело в том, что и вы, и я точно так же в Ютубе ищу какую-то вот изюминку, чтобы как-то так... И перевариваю, делаю сама. Сейчас пока здесь опубликовано то, что касается презентации, потому что это наше дорогое, любимое, это наше все. Самые простейшие, на которые мне, извините, надоело отвечать. И надоело мне про это писать. Я взяла и рассказала, как конкретно. Куда щелкнуть, зачем щелкнуть, что получится. Вот, открыли, пододвинули в уголок и делаете свое.
и смотрите, а как это можно сделать, в принципе, чтобы это было удобнее. Сейчас я готовлю следующую серию по созданию записи, то есть по созданию вот таких консультаций, потому что это очень просто сейчас. Ну, просто вы даже представьте, не можете, если этим не занимались. Если этим уже не занимаетесь, сами дошли до этой жизни. Еще. Нет еще? Еще нет. Не дошли? Ну ладно, дойдете. Так, вот здесь есть еще один раздел замечательный. Загрузки. Тут много чего, потому что мы много чем занимаемся. А вот в самом низу есть программное обеспечение для создания EOR. Что я сюда размещаю? Те программы, которые являются бесплатными, некоторые из них лицензионные, но лицензия бесплатная, то есть мы никого ничего не воруем, боже упаси. А самое главное, что эти программы наипростейшие, то есть мы работаем для педагогов, для которых создание ресурсов – это хобби, извините. Да? То есть это не ваша деятельность обязательная, нет. Поэтому никто не заставляет вас изучать какие-то программы, они, конечно, есть. И профессиональные, которые, ну, просто, так сказать, не нужно вам это знать и незачем. А вот здесь только то, чем вы можете пользоваться. Так, начнем с нашего дорогой любимой презентации. Мы говорим о защите авторских прав. Вы говорите, я так только подпеваю. А в каком виде вы раздаете презентации? Ну, пиратском. Нет, педагогам своим. В пиратском. Почему в пиратском? Да просто в режиме редактирования, да? Да. Она открывается, и там, пожалуйста, да, все меняй, автор, да, убирай свое, ставь. Ну, это я крайний случай, я так не подозреваю всех. Так, да. Ну, так это плохо. Плохо. Есть один вариант передачи презентации в рабочем состоянии. Я когда-то называла это нередактируемый, но потом поняла, что я не права. Ну, то есть, ну, конечно, я не права, ну, так вот. Это вариант рабочий. То есть мы как отдаем людям, чтобы они сразу открыли и сразу начали работать, да? Они открыли, потом нажимаем F5 или кто как там, или показ слайдов, начать показ, да, все, целых сколько? 3 движения лишних. Некогда, у нас нет времени на уроки. Презентация должна открываться сразу в рабочем состоянии. Как это сделать? Знаете? Нет. Держись. Как это сделать? Так, иди сюда. Я хочу... Уйди. Иди. Какую-нибудь презентацию. Любую. Как она смотрит? Вот эту? Вот так раздаем. Да. Замечательно. Это рабочий вариант. А как сделать, чтобы она открывалась сразу? У нас есть файл. Сохранить как? На рабочий стол. Ну, сами знаете, куда. А вот дальше. А дальше мы не задумываясь, шлеп сохранить? Нет. Нужно посмотреть, о каком типе мы сохраняем. Вот вариант презентация – это режим редактирования. Открываем этот списочек и видим, что тут много всего. Не пугаемся, а ищем слово «демонстрация». Демонстрация. Почему 3 варианта демонстрации? Потому что могут быть макросы. Знаете такое? Слышали. Если у вас нет, забудьте, как страшный сон. Да. Может быть, презентация более старой версии. Это 9703. Сейчас она редко, но бывает. Просто выберите нужную. Все. Если задумываетесь, шлепайте по любой. Она вас спросит, что вы селектируетесь сначала. Значит, демонстрация PowerPoint выбираем. Проверяем, то ли мы щелкнули, ну, судя по количеству, да, в списке всего того. И сохранить. Закрываем. Это нет. В нижнем левом углу. Вот.
Ну вот она, к сожалению, почему-то здесь такую же имеет картинку. По идее, она не такая картинка должна быть. Но тут, знаете, его... будем считать, что это. О, вот, нет, вот, да. Вот, вот все, чего мы добивались. Сразу работает рабочее состояние. Но почему я теперь не называю, что это нередактируемый формат? То есть вас не должно вводить в заблуждение, что вот все будут видеть только так. Потому что открыть вот такую презентацию в режиме редактирования чрезвычайно просто. Поэтому сейчас я это называю. Просто не все, ну и потом я же всем рассказываю, да, то теперь много кто знает, как это сделать, да. Раньше считали, что о, все, я не знаю, как это открыть. Вот я и вам расскажу, как это открыть. То есть это не сохранение ваших прав, боже упаси. Это просто передача в рабочем состоянии. А как посмотреть то, что мы в таком виде видели? Ну, это надо убрать. Так, уйти куда-нибудь. Внизу. Нет, ну я хочу завершить. Да, завершите наше. Так, значит, а как это сделать? Увидеть, что это. Надо открыть PowerPoint, но только открыть его надо. Открыть его надо не отсюда. Ну, давайте попробуем отсюда. Вот здесь вот файл, и где-то здесь должен быть последний учетная запись, параметры. Нет. Давайте мы сделаем вот так вот. То есть нужно открыть... Да ладно тебе, боже мой. Умный такой. Прямо куда деваться? Давайте в списке, где... Надо в списке программы открыть чистую оболочку. Да. Уйди. Ты горник. Я что, не попадаю? Ладно. Так, значит, в списке вот эту вот надо открыть. То есть нужно с программным обеспечением разговаривать. Вы знаете, это, знаете, ну профессиональная деформация. Вы что думали? Только у педагогов, что у всех. Деформация. Это как раз новый. Все, уже перестал. Она или какого она года? Вот оно, вот оно. Так, сейчас. Сейчас мы все сделаем. Так. То есть нужно открыть голую оболочку. Сейчас я вот быстрее, наверное, вот так вот. Я буду видеть с компьютером каждый. Да-да. Да ладно, допустим. Значит так, мы открываем оболочку. Где она, ну, находится, эта программа, в общем, собственно, там и открываем. Часто используемый. Ну, конечно, PowerPoint. Ну. Вот смотрите, последнее. В некоторых версиях вот этот раздел «Последний», он открывается и когда уже открытая презентация. Ну вот, это даже не заморачивайтесь, для каких это версий, неважно. Главное открыть вот ее пустую оболочку, сам PowerPoint, без какой-то презентации. И в разделе «Последний» что мы находим? Две шахматы. И та, и другая. Это одну мы открыли, когда так, а вторая это та, которая была в этом режиме. Я по ней щелкаю. И что я вижу? В режиме редактирования. Вот, пожалуйста. А вот если посмотреть, как она, может быть, я не по той щелкнула, знаете, тоже бывает. Да ну что ты, боже мой. Не подсказывай лишнего. Это он опять предлагает, понимаете? Есть параметры по умолчанию, то есть которые зашиты в саму программу. Все презентации открываются вот так. Поэтому обращайте внимание на тип файла, потому что это вот разные варианты. Так, ну это мы вообще-то отвлеклись от сути.
Возвращаемся к авторским правам. То есть нужно презентацию сохранить так, чтобы ее нельзя было отредактировать. Потому что ведь есть, понятно, когда мы берем чьи-то материалы, ну, пожалуйста, мы их так же легко и отдаем. Да, мы их скомпоновали по-своему, но тем не менее, ну почему нет? Вот отдали в рабочем состоянии, и хорошо. Но ведь бывают же авторские материалы. И я когда пристаю к педагогам, говорю, ну давайте публикуем для всех. Да вы что, это же мое, я же как же. Ну так мы защитим. Нет, да вы что, так все же откроют. Так вот, есть формат, который отредактировать очень сложно. Почему не говорю, что нельзя? Современные технологии позволяют украсть все, что угодно. Поэтому тут уж, ну тогда не публикуйте. Сидите как этот насенник, кто там, я не знаю. И сидите, да? Сидите и продолжайте сидеть. Так вот, есть такая штука, которая называется надстройка PowerPoint для конвертации презентации в формат видео. Причем эта надстройка, она, это не программа, в которой надо разбираться. Когда вы по ней вот этот файлик скачаете и по нему два раза щелкните, она сама встроится в ту презентацию, которая установлена на данном компьютере. Встроится в виде отдельного пункта. Я вот сейчас хочу открыть, не знаю, здесь устанавливали ее или нет. Ну, просто любую презентацию открою, посмотрю, есть ли этот пункт. Так, ну я в этом кабинете не работала. Нету этого пункта здесь. Ну, я установлю. Давайте попробуем, если у нас есть время. Конечно. Ну, у нас еще два выступающих, коллеги. Да? Ладно, тогда оставим пока. Я вырежу половину. Нет, вы попробуйте дома. Я, конечно, в этом кабинете тоже установлю, как будет, там, скажем, время. Вот, и что позволяет делать эта презентация, эта надстройка? Она позволяет вашу презентацию превратить файл в флеш. Ну, это такое интерактивное видео. Все ваши интерактивные элементы работать будут. Но открыть ее никак средствами PowerPoint будет невозможно, потому что это уже другой формат. Вот, пожалуйста. Так, теперь, что можно еще с вашей презентацией сделать? Можно поверх вашей презентации, допустим, если она не интерактивная, а вы сами ей управляете, и она требует некоторого пояснения, потому что ну не все же можно в презентации написать. Нельзя больше 3 слов в презентации писать, надо сказать. А сказать хочется? Что делать? Вы запускаете программочку, которая называется из разряда скринкаст «Запись экрана». Запускаете эту презентацию и рассказываете. И в результате у вас будет видеофайл, в котором будет ваша презентация и ваше изложение поверх того, что вы там написали. Для этого есть 2 программки. Малюсенькие, наипростейшие. Screencast-O-Matic и iSpring Freecam. У вас в школах пакет iSpring не засветился? iSpring Suite, iSpring Makers, там много их нет. Потому что одно время в области у нас закупали этот пакет в какие-то образовательные организации. Ну, судя по всему, он так и... Нет, судя по тому, что мне присылают материалы, я явно вижу, что это в платном пакете сделано. Он где-то есть, но как-то вот где-то нет. Может быть, он и есть, но просто не работает. Вот. Просто нет. Так вот, эта фирма iSpring, она наша российская, замечательная. Они кусочки выдают в бесплатном варианте. Вот если вы обратили внимание, это ведь тоже iSpring. Это тоже кусочек той большой программы. iSpring FreeCam, Free, свободная камера, тоже бесплатная, это тоже кусочек того. Что она позволяет делать? Она позволяет делать вот то, что я сказала. Транслировать то, что у вас на рабочем столе, и поверх этого записывать свой голос. Заканчиваете запись, тут же формируется видеофайл. Вот тут же. В формате или AVI, или MP4, это совершенно распространенные форматы, поддерживающие хорошее качество, пожалуйста. И дальше вы куда с этим? Да хоть куда?
К нам в депозитарий, в электронную школу, в базу знаний. Прикрепляете к журнальчику, и детки смотрят, отвечают потом на вопросики на ваши. У нас сейчас что, карантин? Да? У нас есть просто опыт, когда педагоги, заведомо зная, что февраль это карантин, записывают материал учебный и раздают деткам. И они сидят дома и учатся. Вот такая история. Значит, вот эта программа замечательная. У нее единственный минус. Ну, он минус, это не минус, это признак всех бесплатных программ. Там будет лейбл вот этот стоять, Айспринт Фрикам. Да пусть будет, кому он мешает, он внизу, он вообще никому не мешает. И еще, и, собственно, все, больше минусов нет, вообще одни плюсы. Но есть ведь у наших педагогов же харизма, ее же никуда не денешь. Хочется же ее. Хочется? Хочется. Вот предыдущая программа, шестая, она позволяет еще и харизму записать. В каком виде? В виде видео. То есть программа номер 6, под строкой номер 6. Она позволяет, кроме того, что я говорила вот про эту, то есть записать происходящее на экране и голоса, еще и изображение педагога. Причем этим изображением можно манипулировать во время записи. То есть на вступление, ну, вовлечение, да, себя на весь экран. Красота даже неописуемая. Все сказали, 2 секунды, 3, не больше. Потому что дальше начинается разглядывание. Это же крупно будет на весь экран. Так, потом, все сказали. Если необходимо ваше присутствие, значит, убрали во время записи, не потом, не кто-то, вот вы сейчас, прямо здесь, убрали уголочек. И вещаете отсюда. Не надо этого, вообще исключили. Во время записи. На выводы, пожалуйста, опять себя в центр. Вы можете маленькое окошко в центр передвинуть, не надо на весь экран. Может, я вообще пошутила по поводу всего экрана. А, у этой есть минус. У нее 15 минут только непрерывной записи. Но я вас уверяю, на 15 минут этого. А можно же нажать на паузу, передохнуть, чайку попить. И снова. И если вы не завершили, то он добавит следующую запись, следующие 15 минут, следующие 15 минут. А больше 10 минут вообще не рекомендуется видео делать. Поэтому, знаете, вот это 15 минут это так. Ну, просто нужно об этом знать. Еще один минус этой программы по сравнению вот с нижней. Она не пишет системные звуки. Что это такое системный звук? Например, вы хотите показать видео. У вас есть набор фрагментов, которые вам нужно прокомментировать. Так вот, если вы начнете записывать, показывать видео и записывать, то вот эта программа запишет только изображение. Если нижняя запишет и звук, у нас детки вот этим пишут игры, фильмы, и не только детки, потому что у нее нет ограничений по времени. Вот у этой есть ограничение, и она не пишет звук. Но с другой стороны, может быть, это так и надо? Ведь есть же вы со своим голосом, да? Вы эти фрагменты можете параллельно с видео комментировать. Вот здесь пошел так, вот здесь сделал то, обратите внимание, а вот так, а вот эти туда, ну и так далее. В соответствии содержать. Поэтому этот минус можно очень легко, ну при желании, превратить в плюс. Проникайся. А есть еще у нее один минус. Там 3,5 кнопки, и они на английском языке. Значит, я предполагаю вот это. Написала инструкцию, все перевела. Картинка. И все здесь. Скачивайте файл, скачивайте инструкцию и смотрите. Но это, я говорю долго. 3 кнопки. Начать, выключить и выбрать, в каком формате вы файл хотите. Понимаете? Сразу на YouTube или подумаете еще чуть-чуть. Все-таки сначала посмотрю часами. Да, да, может, я посмотрю. Вот это таких программ, их огромное количество. Это не значит, что вот только эти. Может быть, вы с кем-то поделитесь и вам скажут, ой, да тут у меня вон есть Камтасия, да я ей тут сейчас как-то все-все напишу. Ради Бога, сколько хотите. Нам важен результат. Вот это учебное видео, которое вы запишете, во-первых,
вы посмотрите на себя без свидетелей. Потому что это можно делать где? В закрытом помещении, всех выгнать на ключ и потом посмотрели на себя, проследились, удалили. Попробуем еще раз. Да. И на 25-й раз вам понравится, начнете показывать. Чтобы это было не 25-й раз, а хотя бы 5-й раз. Есть методические рекомендации по созданию видеотрансляции. Сейчас даже найду. Вот они. Потому что все так поступают, не только вы, но и мы все. Нам кажется, ой, да я тут 20 лет разговариваю с народом, я чего перед камерой? Попробуйте. Вот камера – это волшебство, да. Есть обязательный пункт, он первый, вот он обязательный. Первое, что нужно сделать – задать себе вопрос, зачем я это пишу? Цель какая? Я чего хочу в конце получить? Вот это первое, что нужно, чем озадачиться, да? А второе нужно написать, а что же я хочу сказать? Потому что 10 минут – это максимальное, что дети смотрят. По санпинам, в зависимости от возраста, до 15 минут. Ну, это, конечно, помогло, да? Сильно расширило возможности. А меньше 5 класса – там вообще, по-моему, 5 минут. Значит, написать, что вы хотите сказать. Боже мой, да мы пишем это каждый день. Вот в этом, что вы написали, и в конце вы выйдете на ту цель, которую поставили первым пунктом, или нет, значит переписать. Написали, выходим, выделили жирным маркером, чем хотите, смотря где пишете, жирное. Вот это жирное вынесли в презентацию, а дальше все остальные слова вы скажете поверх. Вот тогда это будет не 25-й раз записи, а тогда это будет, ну, вероятно, 5-й раз. Потому что нам хочется разойтись, мы отступаем от текста, начинаем говорить, что не попадя, теряемся, начинаем ой-ай, все, стоп, заново. И так сколько получится. Поэтому 5 раз это нормально. Ну, 5 раз умножаете на 10 минут. Ну, сколько? Ну, час вы затратите на это дело. Так что все нормально. Вот это надо пробовать. Это надо пробовать. Сейчас вам заняться нечем. Сейчас карантин. Вы это все... Это все потом. Это неинтересно. С двоечниками занимаемся. Двоечниками, правильно. Вот, а был бы у вас файлик с видеозаписью, да, учебного материала, вы бы разместили бы это в электронной школе, а потом бы отдельно двоечника. Ты смотрел? Он, нет, да я, да то, да то. А в электронной школе там, по-моему, видно, смотрел или нет. Я, честно говоря, сейчас не помню. Даже оценки выставляют электронную вот школу. Даже если оценки... тесты прошел, да. Тесты запрещены, родители жалуются. Ну, а что делать с родителями? Заканчивают. Ну, это регламент. Да, все, регламент. Значит, уважаемые коллеги, мы здесь, значит, Вербилову Лилию Викторовну записали. Телефон запишите. 8-384-2-77-04-88 или 222 кабинет. Я по территориям не езжу, я все время здесь. Поэтому мимоходом, мимолетом, по другой теме пришли, зашли, спросили. То есть это здесь? Это здесь, то есть... вот прямо здесь. На напомните, пожалуйста, как вас зовут? Вербилова Ирина Викторовна. И вообще я всем предлагаю, настоятельно рекомендую, я не знаю еще какие термины придумать. Спрашивайте сначала, особенно когда вы собираетесь записать. Потому что презентацию мы можем вместе поправить, без проблем. А вот запись надо переписывать. Вот я, экономя ваше время, вам предлагаю. Вы задумали запись, вы позвоните. Потому что содержание, порядок зависит от... Содержание, имею в виду, всех материалов, зависит от того, что вы хотите сказать, для чего вы это говорите. Поэтому позвоните, поговорим, разберемся. Вот такая история. Ирина Викторовна, да. А вот образцы, чтобы посмотреть, вот, допустим, захотел записать, посмотри. Да. Смотри, куда? Один. Момент эмора. Так, я... Уно. Уно, да, Уно. Вот
Я делала, ну, подобным кроликам никого брать не хочется, поэтому я записываю себя. Ну, сейчас. Мне три материала зарубили уже. Да-да-да, мы никак. Мы не можем найти вообще общий язык, просто мы никак. То есть не только младенцы, да? Да нет, конечно, я же со всеми издеваюсь, они же так считают. Вот это в Ice Plink Free сделано. Это конструкция, ну, Ice Plink Free, которая там, которая сомерочная семья, которая без, видите, тут нет у меня, оно и не надо. Там есть мой голос, то есть это именно та видеоконсультация, которая как что сделать. То есть у нас есть, то есть вот я показываю, что куда. Вот там, слушай, это вот я. То есть вот, это вот сколько, на 5 минут, сценарий, 2 листа. У нас такая видеоконсультация уже везде, это когда рассказываю, там, решаем ЕГЭ, УГЭ, это весь Ютуб забит. Конечно, но понимаете, нет, если в Ютубе вот вы скачали и вам все нравится, да пожалуйста, кто же против, но, а я не так даю, а я вот тут лучше, да пожалуйста. Мне кажется, нас могут заставить это делать. Не то, что заставят. Это не кажется. Высшая категория, это да. Обязательно твои лекции на твоем сайте. Да. Сейчас пока свой сайт только требует, а потом еще и собственные. Да. Поэтому нас не заставят, нас как-нибудь так просто замотивируют. Как делать? Помните, это Евгений Гришковец, его театр одного актера, Дредноут, и там, вот я не раз, вот я не понимаю про жанр, но по-видимому, историкам придется что-то такое. А вот еще дети по-разному воспринимают. Вот когда я показывала молодого Сванидзе частичку, да, исторических хроник, то, что я себе нарезала, вот где он молодой и симпатичный, дети очень хорошо. Открываешь какой-то еще нужно, что там видеофрагмент, и там историк замечательный, по-моему, Разумовский или кто, но его внешний вид у детей вызывает смех. И каждый, конечно, наверняка, вот что-то глядя где-то и думает, а вообще как это будет смотреться. Поэтому вот я говорю, что коне мне говорят, что вот надо за кадром ставить диктора. Но тут же есть еще момент чисто психологический. Ребенок видел педагога на уроке. Привыкание. Да, и... Почему бы ему не послушать или увидеть педагога дома? Да почему нет? Тот же ритм, тот же слог, все то же. И тот же материал, который был. Поэтому, да, мы не дикторы, не дикторы мы, ну что сделаешь? И не артисты даже где-то как-то. Хотя почему нет. Артисты в чем-то хотя есть, артисты это, еще те. Театр, это да, это серьезно. Театр. Ну, в общем, вот так, бегом по Европам, но тем не менее. Я очень рада, что вы услышали меня, надеюсь, да? И что вы этим озадачитесь и будете пробовать. Это... Что же она из себя представляет? Та самая технология смешанного обучения. То есть мы работаем лицом к лицу с ребенком и даем ему возможность быть там, где он любит. А он любит бывать во всемирной паутине. А почему важно? Мы понимаем, почему это важно. Технологии развиваются. Чаще ребенку нужен индивидуальный подход, потому что масса большая, охватить всех невозможно. И каждому ребенку подходит индивидуальный маршрут, потому что у кого-то западают одни задания, да, кому-то больше внимания нужно уделить по текстовой части, кому-то по всем частям надо уделить внимание из детей. Что меняется? Ребенок свободен в это время. Даже если он нарешал что-то неправильно, да, он сам себе их нарешал, ему самому себе стыдно. А мы не выполняем функцию мамы, няни, да, просто помогаем, ведем ребенка. Что я делаю, по сути? Я могу из слайда выйти, я думаю, да, так будет проще, вот прям вживую. Вот та самая система. Решу УГ, многие ею пользуются. И раньше мы детей просто отсылали. Я вот на сайт, пожалуйста, решу УГ, и там тренируйся. Мой сын девятиклассник, когда девятиклассником был, он тут просидел весь свой 9 класс. Потом, ну как их контролировать же надо? И я создавала такую вот систему. Вот я сама, да, я выбрала вкладку «Учителю», создала, и думала, ну что же, надо же разобраться. А я еще тот человек, который не будет сидеть на месте.
Ну, вот я вот из креативных учителей. Я решила попробовать. Что же может у нас получиться? Почему-то мне не видно учащихся. Список учеников и список групп. Не открывается. Не видно. То есть, ну вот, если так, вот я зарегистрировалась. И попросила сделать то же самое. Они зарегистрировались и принесли мне свои логины. На первой стадии мы с ними вникли в задание, разобрали тет-а-тет или лицом к лицу. Да? На второй стадии, стадии погружения, мы как раз, скажем так, усиленно работаем именно вот в этой системе. На третьей стадии это уже латаем дыры, стадия штурма. Так, вот они, детки мои, которые мне принесли логины и пароли, да, которые прикрепились. Я, вот смотрите вверху, добавить ученика. Нажимаешь добавить ученика, появляется ввести логин и пароль ребенка. Логин, только логин, пароль я не знаю. Я ввожу логин ребенка, добавляю, и вот у меня получается набор ребят. Да? Такая же, тут возможность есть разделить детей на группы. Вот, допустим, нижняя группа, я ей просто так, набор на клавиатуре некоторых символов, да, это ребята, которые мне очень тяжело готовятся. Они вот отдельно стоят. Мы с ними работаем отдельно. Им задаются другие задания. А эта возможность тоже имеется. Как задать индивидуальное задание? Вот смотрите. Составить стандартный вариант. Нажимаю стандартный вариант, появится единичка в каждом задании. Либо составить собственную контрольную работу. Тогда здесь я могу выбрать задание, которое вызывает наибольшие затруднения конкретного Пети. Пети, например, западает задание первое, шестое, двенадцатое. Значит, я могу ему задать контрольную только из первых, из шестых, из двенадцатых заданий. И отправить. Единичку поставить, например, только в первом щелкнуть. Пардонте, вернусь назад. Единичку щелкнуть только в первом, в шестом, в двенадцатом задании и в других. И все, отправила Петеньке. Смотрите, когда создаешь работу, потом отправить учащемуся. И учащийся получает от меня оповещение в своей системе. Плюс я могу видеть, когда выполнена работа, как успешно выполнена, какой балл получил ребенок. Даже вижу, какое время он выходил и сколько времени он решал эту контрольную работу. И знаете, иногда ребенок говорит, я решал вчера, я говорю, хорошо. Открываю, смотрю, время 12:30, ночь, ребенок решал работу. Я там ничего не понял. Ну, да, дорогой, ты не понял. Вы знаете, и это очень удобно, когда родительское собрание, а нас как предметников приглашают в выпускные классы, я уже долго не говорю, я открываю тут же и показываю. Родители наглядно видят, как мой ребенок готовится к экзамену. Причем тут же удобно перевести все результаты ребенка в любую систему, то есть Excel, Word, и тут же распечатать собственной подписью и числом, передать родителям и наглядного чада, чтобы они видели, каковы успехи или затруднения. Дальше, в этом же курсе можно спокойненько, в этом же сайте можно спокойно создать свой собственный курс или прикрепить уже имеющиеся, вами разработанные. Допустим, вот те же ваши материалы с текстами спокойненько прикрепили сюда и детям отправили ссылку. Я пишу сборник, обязательные задания выполнять всем. И вот здесь ставлю галочку, да, вот сюда, и детям отправляются курсы или отправляются сообщения. Вот здесь создать курс. И любые задания, которые вы хотите, очень легко прикрепляются. Вы знаете, это, наверное, даже проще, чем освоить самую слайд-презентацию. Начинать только сложно, а работать легко и приятно. Вот я вчера вечерочком села, все задания, которые детки решили, они мне отправляют. Я их проверила тоже.
Я их проверила, посмотрела, у кого какие недочеты, и тут же могу написать ребенку сообщение. То есть, удели внимание заданиям номер один. Причем они могут вне системы решать, выходить сами и работать на результативность. Вот смотрите, тут мы с ними сообщаемся, да? Тут мы что-то случайно вышло. Тут мы сообщаемся. Я напоминаю девочке решать грозно три восклицательных знака. Дальше отправляю ссылку на свой курс. Потом еще один курс создаю, пишу найти курс такой-то. Потом мне девочка пишет, мне было непонятно вот такое-то задание. Девочка находится на больничном, она мне пишет вот такое вот сообщение. Дальше мы с ней разбираемся. Чем приятно, чем полезно? Ну, во-первых, психологический дискомфорт, чтобы ребенку, вот понимаете, вот так придет дети на консультацию, да, они сидят и боятся иногда задать вопрос. Им стыдно, может быть, да? Некомфортно. А тут они только со мной общаются, только я вижу их результаты. История обществознания в 78-й школе города Кемерово. И сегодняшнее мое выступление я хотела бы посвятить, так сказать, обобщению того, что у вас вот уже наработки, какие вы уже рассказывали. Я хочу сказать, что все равно, при том, что мы пользуемся теми возможностями, которые у нас есть, но мы иногда даже и не знаем о тех возможностях, которые с каждым годом все больше и больше. И мы, значит, вот с начала образования школы заключили договор с компанией «Лекта», которая, значит, на платформе, на своей электронной, предоставляла нам электронные учебники. И все знают, что на этой платформе практически все учебники и издательстве «Драфа», и издательстве «Дентанограф», что мы вот пользуемся какими учебниками, они там есть, кроме издательства «Просвещение», которое свою платформу выпустило. Вот я сегодня буду говорить как раз о «Лекте» и еще об одном ресурсе. Значит, вот мы знаем с вами «Лекту» как образовательный ресурс, там, где находятся электронные учебники, но, значит, появились новые сервисы, и вот от таких двух сервисов я сейчас вам расскажу. Первый сервис – это «Классная работа». «Классная работа» подразумевает под собой, значит, облегчение жизни учителя при подготовке к уроку. Ну, во-первых, да, она содержит рабочие программы, она содержит разработанные уроки, подготовленные с презентациями. Презентации, значит, вот я взяла 6 класса, презентации эти подходят ко всем линиям учебника, то есть он универсальный, этот учебник, это, да, не к какому-то учебнику привязанный, просто тематика согласно нашего историко-культурного стандарта и нашей образовательной программы ФГОС и да, всей экспертизы. Что она из себя представляет? Вот я вам показываю учебник 6 класса, значит, есть презентации, которые, значит, вот эта презентация из 11 слайдов, на которых есть различные виды деятельности, кроме того, что там карта предоставлена, вот это вот как раз урок по Новгородской республике, и иллюстрация, аудиоматериал, который там рассказывает о, что такое там Новгородская Веча. Кроме этого, словарные слова, которые также можно здесь использовать.